Так, Галя, с меня хватит. Ты постоянно пьяная. Все, я подаю на развод. Ничего себе! Я что, замуж вышла? Купила бабка на рынке калоши. Идет мимо аптеки, смотрит, а там куча пустых коробок на сжигание вынесено. Выбрала себе подходящую и положила в нее калоши. Пришла на остановку, села в маршрутку, коробку положила на колени и едет. Напротив стоит парень и читает надпись на коробке. Презервативы, 2000 штук. Он и спрашивает у бабки: «Бабуля, кому резину купила?» Бабка сидит такая и думает: «Блин, откуда ж он про калоши узнал-то?» И говорит: «Да деду своему везу, милок, деду!» «Ну и надолго ему хватит?» «А это смотря как шоркать будет, может и за неделю стереть!» Вот говорят, что дети миллиардеров не служат в армии. Да вранье это все. Вот когда сын одного моего знакомого миллиардера уходил в армию, то папа ему купил целую дивизию, которую в срочном порядке передислоцировали на Мальдивы для прохождения его службы. Жена объясняет мужу, отчего изменила ему со случайным молодым человеком. Он зашел, ну такой худющий, грязный, голодный, но я разрешила ему помыться, накормила, напоила, отдала твою старую рубашку и костюм. А он и спрашивает: «Скажите, а у вас не найдется еще чего-нибудь, чем муж не пользуется?» В соцсетях хотел познакомиться с одной девушкой. Тут от нее приходит сообщение: «Будешь приставать, я дам тебе между ног». Вот теперь сижу и думаю, в каком смысле?